will find a good bargain here. Present for your girlfriend? Do not touch. Fine, I go somewhere else. Welcome to the Wan Chai Tea House. Anything you like, 12 credits. Never mind. Oh my god. They are everywhere. Please. We had the Jiao Zi. Very good. I can't stand it. I've got to get on. Disgusting. Ты что, пропустишь меня? Two hours.
以借过。Странный парень. Очень странный парень. Чек. Они там приголубили. Прикольно. Мгой теку. Джентльмены, мои почтения в чате. Ты видел, как я в аэропорту, ну, это, в гаражах каких-то, блин, бегал туда-сюда? Я только подошел, будет. Я просто больше получаса потратил на то, чтобы найти сраный ключ в одну комнату.
он... Это, там это Immersive Sim, в котором нет второго варианта проникновения в комнату. Один ключ. Я сгорел очень сильно с этого дерьма, которое произошло. Я просто Я проверил. Там в эту комнату заводят два люк и ключ. Люк находится на большой высоте, в которую даже я со своей прокачкой на высокий прыжок, а я, блин, прошу прощения, как могу, блин, прыгать, сука? Даже это, блин, не помогает. И там нужен только ключ. А как это получается? Как вообще? Там ты либо взламываешь шкафчик, в, ну, грубо говоря, в армейке. Ну, где, чуваки, в охранке, в охранке. Какой шкафчик, стоп? Шкафчик в охранке. Просто шкаф, там вот охранка, и там куча шкафчиков напротив кровати. И как бы есть открытый шкафчик, в котором есть какой-то нано-ключ, который открывает какую-то там дверь. А в каком-то из закрытых шкафчиков, на который надо потратить две отмычки, лежит искомый мне ключ. И мне надо либо потратить две отмычки, чтобы достать конечный ключ, либо я должен пойти в другое место, найти там секретную дверь, еще ее взломать. Найти там ключ от... А там тоже либо две отмычки, либо один мультиинструмент. И... Суть не в том. Ты должен попасть... Ну, ты должен, по сути, иметь право получить туда доступ, в ту комнату, даже без расходников. Но нет способов туда проникнуть без расходников. Нету. Я полчаса потратил. Полчаса. Нет. Нет способов. Я вот не знаю, как они меня палят. Сейчас я взломаю ключ. Я все-таки поиграю в эту игру без модов, исключительно с увеличенным разрешением только. И с, ну опять же, с фиксом на widescreen. Потому что мне крайне интересно. Мне еще кажется, что немножко кривой ревизион. Это не ревизия. Это не мод. Я почитал форумы даже. Не-не-не-не, это я не про вот этот момент. Я просто вспомнил другие твои моменты, связанные как с балансом, так и в целом с геймплеем. 15 кредитов, нахрена я сюда залез? Крайне интересно поиграть. Потому что я вообще игру не помню. Я помню только концовку, но спойлерить я не буду. Опять же, спойлерну, что их несколько. Если у меня был совет тебе по этой игре, вы с этого не лезь. Просто не лезь. Я эту игру смотрел, стримил и... понимаю, о чем идет речь, но мне интересно пощупать вообще сам оригинал с оригинальной графикой. Баланс. Почему ты за меня решил это сделать? Вообще, кстати, на твоем месте я бы еще и пощупал бы после прохождения, ну это сильно позже, не знаю, в следующем году, в конце следующего года. Пощупать... Invisible War? Угу. Я окончательно сгорел. Психи, пожалуйста, не говори ничего. Я сгорел с ангара. Все. Не говори ничего, пожалуйста. Ладно, я просто сейчас вроде... Я уже выключал стрим, кстати. Я был готов выйти из игры. Но вроде неплохая мелодия в Гонконге меня от этой идеи остановила. Здравствуй, псих. Здравствуй. Ты, психа, зря недооцениваешь поинта. Ты довольно пытливый человек. Если игра не приносит удовольствия, для него это вызов пройти. От начала до конца. Не умею не лезть? Не умею не лезть, пусть эти люди в начале игры научатся делать. Ну хорошо, извиняюсь, не научились их делать потом, в перспективе. Но для 2000... Игра не проходит проверку временем. Для 2000 года может быть ок. Она не прошла проверку временем, вообще никак. Атмосферой, да, геймплеем никак. Никак это геймплеем не проходит проверку временем. Никак. Ни на уровне прокачки, ни на уровне стелса, ни на уровне иммерсивности даже. Прошу прощения, психи, я говорю, мне, чтобы получить доступ в ангар 1, ну, чтобы дать доступ тому, чтобы вертолет вылетел, мне надо было потратить либо две отмычки, либо 1-2 мультиинструмента. И там есть сбоку люк, в который просто так не запрыгнуть, нельзя в него запрыгнуть, нельзя, даже с прокачанным прыжком.
Как туда залезть? Слушай. Никак, никак. Я прошерстил форумы, проверил, никак. Слушай, а я, конечно, ну, после того, как ты прошерстил форумы, наверное, скорее всего, ответ нет, но я рискну задать этот вопрос. А на уровне или на соседнем уровне валялось ли что-нибудь, что можно подставить, что в свою очередь помогло бы тебе допрыгнуть? Я подумал об этом. Знаешь, в чем прикол? Этот прыжок надо делать в канале, в этой вентиляции. Ты туда ничего не засунешь. Прыгать надо в вентиляции. То есть вертикальная вентиляция. Да. Верхней точке. Я только подумал, а можно в вентиляцию засунуть коробку? Да хрена зла ты туда что засунешь? Ты сам туда еле пролезаешь. Никак это, блин, не делается. Потому что эта вентиляция, она имеет в один путь ход. То есть ты из нее можешь выпрыгнуть, но запрыгнуть ты в нее обратно не можешь. One way point. Immersive sim, в котором дверь, ну как бы, я не знаю, либо это должен быть какой-то реально лютый квест, где тебе там NPC дает ключ, и ты как бы с этим ключом уйдешь. А тут как бы ты этот ключ должен найти, и этот ключ ты не можешь получить без взлома, используя расходники. А если ты пришел голый, как, блин, прошу прощения, голышом, и у тебя нет расходников, все это факап? Это факап. Софтлок. Ну да. Да, реально. Ну, опять же, стоит признать, что Human Revolution делали не они. Не те, кто делали первые две части. Я не спорю, я не спорю. Но они сделали очень хорошо. Невероятно, блин, достойная игра. Игра в свое время, у игры был один косяк. Боссы. Когда ты такой играешь под стелс, и тебе надо убивать боссов. Я прихерел. Но даже эту проблему я решил, там, первого вот этого босса Баррета, минут за 10-15-20. Просто валяются рядом гранатки, у меня не прокачана боевка, я просто закидал его, по-моему, гранатами. Противно, нелогично, но в сравнении с первым Deus Ex, это просто... Это даже не можно закрыть на это глаза. Что это? Ну, по сравнению... Хорошо. А, я не пролезаю, извините. Invisible War довольно неплох в том плане, что... эта игра такая промежуточный вариант между первым и Human Revolution в плане геймплея. То есть это... Ну, это не совсем Immersive Sim, да, как в первой части. Ну и... Даже перед тем, как лезть в Invisible War, я подробно посмотрю ее геймплей. Не просто вот там, типа, что там про сюжет, как она внешне выглядит. Я посмотрю, как люди в нее играют. Если это будет такой же, прошу прощения, не хочется сказать кау, ну, блин, она, игра меня просто выбесила, у меня других слов. Кстати, Поинт, я тебе готов сегодня был на костре за то, что ты в чате написал кау с двумя L. Ну, сори. Мой внутренний граммар нации зигует в этом направлении. А по поводу геймплея, я тебя уж не знаю, удивлю, точнее, обрадую или огорчу, но там геймплей очень сильно казуален. Очень сильно. Он линейный, он казуальный, и он в целом намного проще. То есть каких-то ответвлений... Так что прям очень сильно, то есть, насколько я правильно помню, Invisible War у себя там... Кстати, если хочешь, я тебе могу потом поиграть, я думаю, проходить раньше тебя, ты посмотришь, просто скажешь. Вот. Геймплей казуальный, геймплей, как я уже говорил, one way, то есть выборы, которые ты делаешь, по-моему, на концовку никак не влияют, то есть в конце ты все равно выбираешь. На чью сторону ты становишься и т.д. и тому подобное. Аргументации сильно упрощены. По-моему, до 5 слотов. Ты меня, кстати, Стэнсон, если ты бы следил... Ты следишь часто за стримом, как я вообще в Deus Ex играю? Вчера я не смотрел вообще, позавчера, ну так, одним глазом, сейчас я вот сижу, смотрю. Я часто использую аугментацию?
не припомню. Нихера. Нихера. Вообще, кстати, хилку зря не используешь в связке с рециркулятором энергии, который ты получишь попозже. Это must have. Особенно после того, как ты прокачаешь хилку и рециркулятор. Не, ну давай будем честны, Point, ты в Human Revolution ты аугментации не использовал. Да серьезно, уж не использовал там. Ты вкачал икар, ты постоянно можешь экономить на прыжке. Активные, Point. Да даже, да активные. Плевать, активные, пассивные, плевать. Взлом, ты суть в том, что ты постоянно двигаешься, ты выполнил миссию, праксис, выполнил миссию, праксис. У тебя развитие идет постоянное, уровень взломов у тебя качается, и ты постоянно можешь позволить открывать новые замки. У тебя идет ощущение прогресса в этой игре, ощущение прогресса, оно напрочь изучает момент, погоди. Секунду. Point, если что, я тут просто замьючу, нужно кое-что уточнить. Я тут. Опять же, касательно взлома, я, наверное, опять же, затронуты с темой технологиями, мне кажется, что рановато было. КП бы не пить надо. Что? То есть, уже в 2011 году, в принципе, технологии очень сильно шагнули вперед, и о том, чтобы добавить мини-игру в плане технической реализации, какой-то проблемы не существовало. Существовала проблема интересности. Да, вот, то есть, тоже Human Revolution, по-моему, интересно реализовано. Вот. И... Ну, я считаю, не дозрели на тот момент технологии. Стенсон, я прошел 5 глав из 13. Что у меня... Вот справа ветка аугментации, я ее не использую почти никак. В ней нет никакой необходимости. Я открываю... Если ты еще видел, ветку аугментации. Ну, вот справа. Ну хорошо, давай, блин, тебя настрелю. Нет. Вот я так. Имею в виду справа на быстрой панели, там часть закрывает. Череп, что у тебя? Щелкни. Так, продвинутая наносистема, дрон шпиона, могу конструкцию дрон шпиона. А у тебя выбор был между чем и чем? Между каким-то, видимо, боевым дроном и дронным шпионом. Ага. Понятно, это говно, кожа у тебя понятна, торс у тебя понятно, руки у тебя понятно, ноги у тебя между чем и чем были, напомню, между прыжком и... Бесшумной ходьбой. Бесшумная ходьба, это кал. Супер интересно. В принципе, ну опять же, я говорю, для того времени это было разнообразно, сейчас это уже... А теперь, внимание, прокачка. Я за все время, качал, там, по-моему, 2 раза холодное оружие, там, наверное, 2 раза компьютер, 1 раз электронику, 1 раз зум. То есть, 1, 2, 3, 4, ну, грубо говоря, 5-6. За 5 глав 6 прокачек. 6, прошу прощения, 1 скиллпоинт на 1 миссию почти. Hello. Нормально вообще? Так прикол в том, чтобы игрок, так сказать, реиграбельность была. Реиграбельность, то есть... это когда ты хотя бы, блин, ну дай бог, можешь половину ветки вкачать. Ну, я не знаю, мне кажется, в моем представлении можно хотя бы половину скиллов вкачать, а половина у тебя не вкачается. То есть вот, условно говоря, оружие я вкачаю наполовину, половину вкачаю здесь, не смогу там плавать, окей. Плавание здесь нафиг не нужно. Ну вот, я тебе и говорю. Навык. Я здесь даже 1/4, наверное, не вкачаю к концу игры. Понимаешь, здесь дело в том, что ты, так сказать,
сказать, после того, как ты первый раз проходишь, второй раз у тебя уже появляется в голове определенное представление, как ты будешь играть. Через медицину, например, через снаряжение, там, через пистолет, да. Ну, то есть ты будешь, например, играть в экшн-стиле. Например, вот в этом плане реиграбельность. То есть ты захочешь попробовать другой билд. Тенсон, хорошо, я не могу играть нормально билдом, который выбрал я сейчас. Ну не могу я нормально, блин, все подряд. Ну хорошо, я бог с ним, что-то более-менее взламываю. Но я как взламывал на первом уровне, так и взламывал на втором. Просто зависит от этого только скорость клика. То есть ты когда в Human Revolution прокачиваешься, у тебя первая прокачка отвечает за, просто за взлом. Вторая за взлом камер. Третья там за взлом, я не знаю, турелей. Четвертая за взлом гигантских ботов. Вот у тебя идет прогресс, как ты можешь воздействовать. Первый раз ты не можешь вообще убивать врагов, потом ты можешь их отключать там или то потом настраивать на enemies. Понь, ты забываешь один момент, что в Deus Ex, конкретно в этой части, это были зачатки RPG-элементов. Ты мне говоришь про игру в 2000 году, когда до этого уже были другие RPG-игры? Ну, извини меня, насколько мне известно, я, конечно, не помню все, но, по-моему, экшен с элементами RPG... Deus Ex именно вот в плане проработки это была первой игрой. Тенсон, я тебе... Экшен RPG. Хорошо. Я тебе говорю о том, что здесь прокачка, она влияет только на цифры. Сейчас даже, прошу прощения, Киберпанк за такие вещи ругали, когда прокачка влияет только... Что ты подразумеваешь? Ну вот смотри, вот прочитай, в чем заключается прокачка здесь? Сейчас, подождите. Может использовать оружие ближнего боя, точность наносимый урон и скорость атаки и защиты повышается, точность наносимый урон и скорость атаки повышается, средний агент может включить или убить большинство противников одним ударом. Ну, так, а в чем количественный вопрос? Параметр. Смотрим электронику. Нет, можно скачать эффективность, которая нет, включается, повышается, средняя. Ну, понимаешь, дело в том, что... Теперь замки. То же самое, незначительно повышается, повышается среднее, любой замок. То есть это количественная прокачка, она не качественная. Ты, по сути, упрощаешь свою игру со временем, ты ее концептуально не меняешь. Концептуально она не изменяется. Концептуально игра меняется модами. Только так. Прошу прощения. Только так. Опять же, так или иначе, в игре просто создавались зачатки для будущих версий. И сколько они их выпустили? Подожди секунду. Секунду, я договорю, а потом ты скажешь. Давай. Не забывай, что я теряю мысль периодически, если меня перебивают. Ты не забываешь, что вышло потом Invisible War, который многим не понравилось по тем или иным причинам. Я сам хочу составить свое собственное мнение, пройдя эту игру. Потому что там были претензии как и к геймдизайну, так и к нарративной составляющей. Для, опять же, повторюсь, для 2000 года подобная RPG-система была, мягко говоря, неплохой. То есть, на тот момент люди учились в шутер встраивать RPG-механики, чтобы были вот именно такие RPG-элементы. Чтобы, ну, да, работать будут криво, работать будут косы. Это зачатки, еще раз. То есть, все создавалось, ну, создавалось с учетом того, чтобы учесть максимальные возможные на тот момент стили прохождения. Разработчики в душе не могли даже понять, что придет какой-то челик из Ижевска после прохождения Humankind и... Ой, господи, Mankind Divided и Human Revolution будет проходить и сравнивать именно с этими играми. То есть у них... Они чисто физически даже не могли так подумать. Потому что в тот момент, насколько я помню, не было даже ни малейшего представления о том, что эти игры вообще будут. То есть максимум у них были только первые две части в уме. И то, насколько я помню, War Inspector ко второй части не имел ни малейшего отношения. Тонсон, я тебе про многие вещи говорю в отрыве от Human Revolution даже. Ну, давай опять же будем честны, что проходя первый Deus Ex... После того, как ты прошел Human Revolution, так или иначе, он на тебя повлиял геймплейно. И ты хочешь видеть точно такие же механики, которые ты видел там, в первой части? Не, это возможно, но модами. Опять же,
насколько мне известно, при старте новой игры, Revision, насколько мне известно, там была затронута система аугментации. Система Revision-овская, оригинальная, как в Human Revolution, и так далее и тому подобное. Пускай затрагивается элемент. Этим можно значительно больше. Я поэтому и выбрал такой стиль прохождения игр, проходить с первой части по последнюю. За исключением, пожалуй, Assassin's Creed, где последняя часть — это RPG-дерьмо. Именно если смотреть... Если смотреть именно в качестве внутри серии Assassin's Creed, RPG-дерьмо. Если по отдельности, то, в принципе, довольно неплохо. Типичный RPG, ничего нового. Но, опять же, оно в сеттинге Assassin's Creed, и для меня это RPG-дерьмо. Все. То есть, я не прохожу сначала, например, популярной части, которые были в свое время. Если взять тоже, например, Deus Ex. То есть я прохожу с первой по последней части, и тем самым я наблюдаю то, как игра развивалась. Какие механики в ней начали появляться, или наоборот, что убрали, в связи с чем их убрали, как строятся уровни, как строятся квесты, интересны ли они, носят ли они какую-то... Это я продолжу дальше сказать интересности. Проявляют ли они художественную ценность, и так далее и тому подобное. Сейчас слово, вот это, которое стало, опять же, по очевидным причинам, довольно ругательным, не все так однозначно. The mall area is perfectly safe. Ты, кстати, не забывай, что некоторые квестовые предметы, по основному квесту, можно получить, выполняя сайды, если мне не изменяет. Или же получить какую-нибудь интересную информацию по мейн-квесту и так далее. То есть, здесь так или иначе, сайды, ну, они связаны, но не сказать, что прям взаимосвязаны. Сайды помогают тебе в решении вопроса, связанного с мейн-квестом. Опять же, начиная от информации, заканчивая какой-нибудь прикольной плюшкой. Там, допустим, тебе могут дать нано-ключ, условно говоря, к той двери, которая... The States. We're from Australia. Hmm. On vacation? Let's just wait for Russ. He's kind of cute. What's your name? JC. Is this a good club? Oh, totally. And it's a Red Arrow place? They get everything. Sure. My friend and I. It's so silly. We left our... How much do you need? Only 20 each. We get it. Sure. Right, you like to dance then? Let's go. You're so bad. You're so bad. Как будто разговариваешь с Лоик Юбабьёхами. Ой, так оно и есть. Here you go. Perfect. I order you to stand in the spotlight and growl at the women like a dog. Ой, yeah. Интересно, а эта молодая чувиха, она часом не это? Сильно ли дерзит? Блин, что ж так здесь фпсик-то проседает, а? Уж прям до тридцаточки, не очень приятно. Hello. Do you a dance partner for you? Mama san. No thanks. I'll be waiting. Thanks for getting me in. Hello. That was so cool, man. Thank you so much. No problem. We go way back. Mmm, bet you've got some moves I haven't. There's only one way to find out. Let me loosen up a bit. Mind if I borrow 10 credits to get a drink? Anything you want. You're so cool, JC. I'm so glad I met you. Hello.
Ну, конечно, раз встреча-то. Чувак практически снабжает бабусом. Пускай и копейками. Встреть. You're so cool, Jason. Hello. Thanks for getting me in. How about that dance? I gotta be really drunk to dance. You're so cool, Jason. Hello. Thanks for getting me in. Кажется, она скоро кончится. Мне кажется, она скоро рухнет, блин. Я не знаю, сколько мне алкоголя помещается. Хитрите. Hello. Thanks for getting me in. По-настоящему пьяный. Я бы, на самом деле, Point, больше бы в нее не инвестировал. Да, у меня деньги все равно... В этой игре некуда девать деньги. Некуда девать деньги в этой игре. Ну что, тебе скажу, что на апгрейды для пушек они так-то стоят немало. И что я буду прокачивать? Арбалет, который у меня полностью прокачан? Или дубинку, которую нельзя прокачать? Здесь очень, очень имбовая снайперская винтовка в прокачке. Она стелсом убивает? Точнее, она не убивает людей? Она убивает людей с одного выстрела. Вот, а мне убивать людей не нужно. Что мне, человеку, который проходит мирным путем, прокачивать? А, не-не, подожди, подожди, подожди. Роботов, по-моему, с одного выстрела. Если я правильно помню. Но она что-то убивает с одного выстрела. Но я не помню, что. Фу, прокачки. Смотрите. Там все нормально. Great place, isn't it? You have the wrong... In what way? They run the economy. The black market prices in clubs like this. Good evening. Hello there. Do you know a man named... Of course I know Max. Do you know where I can find... In the back room. He runs the whole Red Arrow from here. I'll tell you later. Good evening. Кстати, зеркала обманки просто. Складывается такое ощущение, что это продолжение зала, а не зеркало. Я б тебе дала. Отдала. Господи, как я не люблю подобного рода мадам, правда, у которых словарный запас как табуретки. Спасибо. Check out the bar, kid. Hello. A dance party. Jerk. Have a good time. Thanks for getting me in. Another satisfied customer. How about that dance? I gotta be. Я не понимаю. What is your name? Ладно, бокс не вставим. Слышь, Point, у нас Сережа ливнул. Помянем? Что можно сказать? А чё он ливнул-то? Куда я знаю? Ты чё недавно писал? Here first. Chen told me he... What kind of job? Just back off. I got fired at a quick stop next door. Without... Tough luck. Yeah, well, I'm gonna get him back. And unlock into their computer. It's managed... What's a quick stop cashier? And working it. Hey, man, you blocked the view. Hi. Don't you like to dance? You. I don't believe I know you. I've never seen so many troopers. They must be close to a breakthrough. Лель. Женское зеркало.
кому вообще понадобилось кусок женского зеркала? Ну, разбили, наверное, подрались. Нормально они тут развлекаются, в убережье. А, теперь понятно, откуда коронавирус взялся. Блять, жестко. Excuse me, sir. This room is off limits to club patrons. It's okay. I'm here to see an American. I hope it. Isaac is letting anybody back here these days. Kick. Ни хера себе меч. Моё почтение. Знаю, мочи это какой-то. 3-1. Вообще-то у нас есть 3-1. А тут инвентарь не адаптируется. А, то есть горизонтальный 3-1. Знаю. Не, плевать, как бы в том же Deus Ex, если там, там такая, ну, в том же Human Revolution, просто уж сравниваю к инвентарю и плевать. Сейчас, секунду, я донаберу сообщение, а то надо бику немножко попустить. You see, my class, where in the US, either you have nothing or you have everything. And the women of my class, 14 karat. My friend and I were a high hole, sir. Very fit. Can I ask you something? What do you want to know? Despite all I've read about the triads, I wasn't prepared to see them operating in the open, on the streets, and wearing uniforms. Doesn't the Chinese government care? Chinese leave Hong Kong. Barricade the roads to control trade from mainland. I would think the secret smuggling operations of the trap. Maybe the Luminous Path. But China knows that the red arrow of business owners and entrepreneurs. You said China is the last sovereign country in the world. Authoritarian but willing, unlike the UN governed countries, to give its people the freedom to do what they want. As long as they don't break the law. Listen to me. This is real freedom. Freedom to own property, make a profit. Make your life. The West, so afraid of strong government, now has no government, only financial power. Our governments have limited power by design. Rhetoric? You believe it? Don't you know where these slogans come from? I give up. Well-paid researchers. How do you say it? Think tanks? Funded by big businesses. What is there? A think tank? Hardly as sinister as a dictator, like China's premier. Privately funded propaganda. The Trilateral Commission in the United States, for instance. The separation of powers acknowledges the petty ambitions of individuals. That's a system organized around the weakest qualities of individuals will produce the same qualities in its leaders. Perhaps certain qualities are an inseparable part of human nature. The mark of the educated man is the suppression of these qualities in favor of better ones. The same is true of civilization. Слишком умный для бармена. I'm looking for Max Chen. Is that so? What is it being? I need to find Tracer Tong. Are you crazy? Don't even say that name in here. Tung Shmuma. Not a bad cabernet. I like your jacket. Мне нравится этот жакет, не хватает фразы, я бы его стырил. Then I gave him the open one. Nothing currently. We have no work for American style gangsters. Thank you.
You're Max Chen, right? You're the boss here? Dragonhead, who are you? I'm looking for Tracer Tong. It is urgent that I find him. This is the headquarters of the Red Arrow Triad. You have come to the last place in Hong Kong he would be seen. I don't understand. I would cut out your tongue, but perhaps you are just ignorant. If you see Mr. Tong, tell him that he and his luminous half associates must return the dragon's tooth or be driven from Hong Kong. What? That is all. Say your business and go. This is the height of error. You're acting like a fool. Isaac is letting anybody back here these days. Даже интересно стало. Нормально. Четыре отмычечки-то. Чувствую, там только алкашка. За... Ой, Серёня, ты чё сервер ливнул? Ну, укладывай. Зачем мне дропать игру, если ты дропаешь сервер? Серёня молчит. Что-то высрал, написал, называется насрал, как помнишь. Русский моряк? Дмитрий! Русский моряк? Русский моряк? Русский моряк? А это Дмитрий. Серёня, это, конечно, серьезное заявление. Я бы на твоем месте. Я бы после таких слов, Серёнь, тебя просто больше не приглашал, блин, за такие, блин, слова. Не, а если серьезно, Серёж. Не, ну серьезно, просто взять на ровном месте оскорбить, это ты, блин. Господи, я уже скотин. Я на это внимание не обращаю. А я бы тоже не обращал, если бы это было там, условно говоря, за что-то. А тут на ровном месте. Stay in the dance area. Hello? А нет, ты готова? How about that dance? I got him. Anything? You're so cool.
block the view. I see you, Connor. Чё-то Серёжа прям это игнорирует мой вопрос. Да, Антоник, что вы искать? Не, я понимаю, если бы ты это написал Конфе Мороза. Но мы как-то это вроде не агрессируем. Ну, по крайней мере, я. И по крайней мере, на себя. На бейка поагрессирую, чё бы нет. Господи, упражняться. На бейке прям одно удовольствие. Ой. Но, опять же, стоит признать, что Гонконг... Охереть, какой запутанный город! Ё-моё, просто кошмар. Тут... без карты делать нечего. От слова совсем. Тут её и почему можно сказать ничего. Нет. А? Тут можно сказать её и нет. Ну, типа... Да, ну и типа нет. Так что, ну она тут вообще, да, такая себе. Крайне информативная. По информативности эта карта может соперничать только с одной игрой, на моей памяти. Это Warrior Within. Принц Персии. Вот там карта, это вообще жопа. Просто кошмар. Тебе остается только запоминать или рисовать собственную карту на бумаге. Короче, я в течение полчаса выйду из игры. Нет, что-то я уже подустал. Хожу, прожу, я прогресса просто никого не ощущаю. Не, мне просто не игра требует определенного эмоционального вложения. А что я должен в нее вкладывать? Я констатирую факт. А не говорю, не предлагаю тебе альтернативный вариант. Что... Для неподготовленного человека игра утомляет. То есть она становится интереснее, как только ты проходишь ее там второй или третий раз, когда ты уже все механики знаешь, и ты понимаешь, что игра себе представляет. Ну вот я прошел пол игры, проходить заново первую половину, у меня нет никакого желания, ни малейшего. Сейчас, может быть, нет. Потом, кто знает. Поинт, я тебе так скажу, что сейчас все меняется 75. С какой-то фантастической 75. Скоростью. Ты не знаешь, что будет через 5 минут. Может, через 5 минут бахнет ядерная ракета, нас уже всех не будет, и мы будем просто воспоминанием вселенной. Для вселенной, точнее. Бандюги ввязались. Отшлепал. Слушай, может быть, зацепим Хому, Марию, Академию Кадина и погнали Уэрвич? Сколько человек ты хочешь зацепить? Четыре? Хому, Академа, ну. Марию и... Нет, я тебе предлагаю варианты, кого можно зацепить. А, ну, пожалуйста, пробуй, я не против. Сейчас... Oh.
Чем тебя ваншотнули? А у меня грудина же сломана. А. Ты понимаешь, что ты уцепил потенциальное хорошее настроение для Поликса? А Поликс, если что, на выходных же. Я вообще-то шутка была на то, что ты уцепил. А, на Зим. Понятно, ну да. Да. На Зимчик передам Поликсу. Угу. О! Третий слот есть. Занял лук один. Господи. Интересно, а что будет, если это, черепушку в черный этот вывести? Нет, спасибо, я не поплыву. Идите нахер. Ну вообще плавание это слабое место игры. Прям, честно, слабо здесь. Плавать нереально душно. О. Просто супер идиотское это. Что за прикол? Алло, всплывай. А, это и в воде работает? Да. Прикольно. Ну. Ну, прыгай! Ему, видимо, нужно обо что-то, ну, на что-то опереться. Типа стенки или что-то типа такого. Он прямо не плывет. Текстура, видимо, лодки. А-а-а, хитбокс. Да, кстати, видно, что он отличается. Как же больно поинты играть в эту игру. Боже, ну я просто не залезть не могу. И чё, и как мне влезать-то? Алло, игра? Смотреть на твои страдания в Deus Ex — это своеобразное удовольствие. Ой, боже мой. Прошу прощения, я чё-то... Я просто не могу вылезти. А как? О, он смог вылезти. Так. Так. Сейвинг. Какой
Какой интересный холодильник, кста. Да, это очень интересно. Дверей нет. Выход на улицу. Не, как сказать, двери нет? Дверь, вот она. Хорошо, это дверь, а с другой стороны? Да, тут с другой стороны тоже есть. Чё, лучше не подходил. Не, холодильник сквозной, в этом интерес. Типа, я понимаю, что сразу разгрузить и... холодильник унесет. То есть, время как бы не успеть протухнуть. Я правильно понимаю, что ты скользишь сейчас? О, тут встать можно. For the Crusaders! Ящик с лутом. А, здесь нужен костюм. Здесь нужен костюм. У тебе. Да, я понял. Пописку отгрызают. Чуть-чуть. Тут делать все равно нечего. Пописку отгрызли. Бывает. Ну вот эта крутящаяся камера, на самом деле, это просто какой-то шок. Мне ж не в глазах репит. Мне кажется, что эта игра для тебя 0 из 10. Не 0, ну 5. А! Здесь два люка. Угу. Интересно. Ко мне враги пришли, что? А, нет. Или да? Нет. Что на скорость? Heard the name. Tom, yes. Friend of Illuminus. What's his reputation? Shroom. By fear. Very well connected. Just curious. Is there a lot of crime? Much more than before, yes. What kind of some slaves? Is there really a slave trade? Oh, sure. Slaves. Fucking slaves. Underneath Wen Chai, the Red Air headquarters. Of their girls. What sort of... Mostly Versalife, the Golden Child. Why would a multinational corporation... import restrictions in many places? On what? Certain genetic advances. Lab... What's Versalife trying to develop? Everything. The second man. The second man? English author. Olaf Stepton. You have not read? Afraid not. Last in the First Man. History of 19 species of the human beings. I'm not big into books. Never mind. You buying when? Never. Я так понял, что самые умные в этой игре это бармены. Парень очень сильно с вами поговорить хотел. Paul Denton, I have the blueprints. I must warn you, I... Oh. Warn me about what? I have made a mistake. Paul's my brother. What's the problem? No, I have made a mistake. No, I am sorry. God! Ха-ха-ха.
Серёнь, ты извиняться-то будешь? Или он Сенсу на вопрос ответишь? Я говорю, отспенкал ради 100 кредитов. Хорошее приобретение. То потом их потратил на выпивку для какой-то бабихи. Я только пришел. Я говорю, ты чё с кафе ливнул? Если серьезно, то есть с гранаидами не пути, так чё? Вроде мы не это. Никаких нацистских лозунгов себе не позволяли. Для говноедства я вижу только вот конкретно вот эту причину. Но мы ее ни разу не допускали. Сейчас бы чувак, который играл со мной в доту, что там про говноедство говорил. Ты, кстати, рофлишь, мне кажется, он к Новому году появится, как доты запахнет. Не знаю, я с Сереней уже в доту наигрался, если я буду возвращаться в доту, я явно в неё с Сереней играть не буду. А он ведёт себя так же, как с нами в Overwatch в тот раз, когда я тут горел. Не, ну, пардон, в тот раз горел даже у меня, когда он ливнул. Тут уж сори. Да что ж ты будешь делать? Еба, смотри! Да, чё-чё? Нормально? Массовая звездилка! Опа, ты пришёл! Опа, там, облутал и ушёл. Попасть по нему, ядрить он доджит кэша. None of your concern. Ну ладно. Не мое дело, так не мое дело, ладно. We do not want spectators. Nothing to see here.
общем, пришел, увидел, посмотрел, ушел. Ой, боже мой. The market will close in 2 hours. Он всех динамит. Даже Сережа. Аргумент. Please go about your business. Shopkeepers are honest. You will find a good bargain here. Rules of Triad Wars. Red Arrow. Just breath. I was walking here. Mgoyteko. She said no. Impossible. She said she has made other arrangements. The Red Arrow? She was very rude. You know what to do. Yes, sir. Don't waste any time. My brother's name is Paul Denton. I heard that he was a frequent visitor to this compound. Do you know him? The Romulus guard is closed to go. Hello. Paul is no friend of the West. My name is Gordon Quick. I know your brother, but you are not him. They say you are loyal to Onatko. I was, before Paul showed up in New York. A day later, I was helping the NSF. You want me to take your word? You are in Hong Kong now, and we are businessmen. Paul earned our trust by working with us. I don't have time for games. No games. We would like another ally like Paul. The Triads are at war, thanks to a woman named Maggie Chow. A sword was stolen from the Red Arrow Tri- Why is one sword so important? It is an extraordinary sword, called the Dragon's Tooth. Nanotechnology, the- I'll go speak to her, but first I need to find a man called Tracer. Mr. Tong deals with businessmen, not beggars or strangers who might be spies. Chow lives at 1313 Tong- I'll help you against Miss Chow, but then I'll need to see Tong, or I won't be your ally for more than about- The former Red Arrow Reader stored nanotech components from VersaLife. I believe it was the corporation that had him murdered. Дайте.
Please, look around. Not advisable for tourists to visit the canals at night. Hello. You are an unfamiliar face on... I'm here on business from Gordon. You are here to speak to Miss Chow, perhaps. Thank you. Женщина-змея. Окей. I bet you come from the market. That's where I want to go. Residential directory computer, if you know how. The 7th floor is closed for renovations. О, не, все, я устал. Я вот просто потратил сейчас 2 часа, я вот оспалился. А вообще ни один из этих моментов ни каплю удовольствия не получил.